соответствии с постановлением президента Республики Узбекистана 30 сентября 2018 года за номером 3954 о мерах по реконструкции и стабилизации основных производственных мощностей АО «Алмалыкские ГМК», а также на основании дорожной карты инвестиционного проекта, в структурных подразделениях комбината выполняется ряд работ по модернизации технологических процессов. Так, на медной обогатительной фабрике планируется замена 23 насосных гидроциклонных устройств. Как вы рассказывали ранее, в августе текущего года в 8 секциях цеха измельчения и флотации завершен монтаж и лабораторные испытания автоматизированных насос-гидроциклонных установок компании Weir Minerals на мельнице номер 23 и 24. Автоматизированность данных установок позволяет обеспечить планомерное протекание технологического процесса. Отметим, что насос-гидроциклонные установки разделяют в водной среде гранулы минералов с различной массой. Как рассказал старший мастер участка номер 20 измельчения и флотации МОФ Ахмаджон Юнусов, в данное время произведен капитальный ремонт и монтаж насос-гидроциклонных установок и на мельницах номер 25 и 26. Эти мельницы имеют диаметр 5 метров и производительность по переработке 160 тонн руды в час. Установки направлены на автоматизацию процесса сортировки измельчаемого продукта, а также на улучшение крупности продукта по классу крупности 0,71 миллиметров, включаемого в процесс флотации. Новое оборудование на 5% улучшит режимные показатели по классу продукта флотации. А это, в свою очередь, увеличит извлечение металлов из руды. Кроме того, вести контроль за работой оборудования теперь можно при помощи специальной панели. И если раньше машинисты мельниц большинство операций производили вручную, то теперь их труд автоматизирован, что помогает сократить время на выполнение задания и исключить человеческий фактор на 50-60%. Для того, чтобы плановые демонтажные и монтажные работы не создавали сложности при выполнении установленных плановых показателей, в цехе измельчения и флотации, а также на каждую линию измельчения дробильно-обогатительного комплекса номер 2 последовательно устанавливаются современные насос-гидроциклонные установки в соответствии с утвержденным графиком ремонта. Согласно плану, работы по установке нового оборудования будут завершены до 2025 года.